Здравствуйте. Это «Суть недели». На прошлой неделе мы беседовали с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Айратом Закиевичем Фараховым. Темой нашего разговора был бюджет. Но в силу того, что Айрат Закиевич не только член Комитета по бюджету Государственной Думы России, но еще и великолепный специалист в области организации здравоохранения в нашей стране, он доктор, он бывший министр здравоохранения нашей республики, бывший заместитель министра здравоохранения России. Поэтому я не смог удержаться от того, чтобы не задать ему в несколько вопросов, связанных с сегодняшней пандемической ситуацией. Давайте посмотрим это интервью, я думаю, всем нам будет интересно. Арат Закевич. Очень рад вас приветствовать в этой студии. К сожалению, условия в последнее время складываются так, что вживую мы уже очень редко общаемся. В основном по скайпу. Но вот благодаря тому, что мы с вами оба приняли необходимые профилактические меры под названием вакцинация, мы можем совершенно спокойно общаться. Надеюсь, что все это закончится благополучно. Все-таки не будем забывать, что вы доктор, что вы работали министром здравоохранения нашей республики, заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. Мы сейчас находимся в ситуации, когда не знаешь, к какому источнику информации припасть. Вы знаете, интернет, телевидение, радио переполнены информацией, а люди умирают каждый день. Никогда такого не было в истории а страны нашей вот некоторые люди уже начинают подсчитывать, что если все сосчитать, если все смерти собрать воедино и прикинуть, что нас ждет впереди, то мы людей потеряем, как на войне. Страшно это слышать, это просто ужасно. Не хочу вас пытать на тему о том, что не так в здравоохранении. В конце концов, нам, рядовым обывателям, в высшей степени все равно. Нас интересует, что делать, понимаете? А сегодня не хватает мест опять в больнице. Люди умирают. Я только вот, читая френд-ленту Фейсбука, смотрю, сколько моих знакомых уходят. Люди и молодые, и не старые, разные. Что делать? Смертность сегодня самая высокая за послевоенные годы, да. И на самом деле мне кажется, мы все можем на этот процесс повлиять. Когда впервые, 31 декабря 2019-2020 -го, -го года, впервые было известно о том, что обнаружен вирус, мы на, ну, на самом деле, наверное, очень. Немногие предполагали, что это может быть вот таким образом, как сегодня. И вот да эта неопределенность, не она да. в течение 20 месяцев движется. Вот сегодня четвертая волна, самая большая, с самым высоким уровнем смертности. И мы можем сделать определенные такие тезисы, выводы и тренды. Первое. Страны с очень высоким уровнем вакцинации, осознанностью и приверженностью населения к вакцинации при этом при том, что вакцинируются даже подростки 12-18 лет, сегодня добились снижения смертности максимального. Их смертность не превышает смертности от дорожно-транспортных происшествий и намного ниже, чем смертность от сезонного гриппа. Следовательно, первое, что делать, только вакцинироваться. Это невежество думать о том, что сегодня можно этого избежать. Я думаю, что в ближайшие полгода переболеют все, либо вакцинируются все. Те, кто не вакцинировался, переболеют и очень тяжело. Поэтому, к сожалению, это так, других вариантов нет. Я думаю, что в любом случае нам придется проводить все необходимые исследования и в перспективе ставить вопрос о вакцинации, в том числе и подростков. Они тоже переносят заболевания, они не болеют, хотя... Штамм Дельта, который сегодня есть, он, не он все больше и больше молодых. Посмотрите, какое количество больниц сегодня уже работают на лечение подростков и молодых людей. То есть это говорит о том, что штамм меняется, активно мутирует, и он становится опасным и даже чрезвычайно опасным для молодых людей своевременная ревакцинация, очень важно, чтобы проходила своевременная ревакцинация, для себя я решил это 6 месяцев. Бесполезно проверять уровень антител, огромное количество тестов, огромное количество показателей, которые невозможно сравнить. Поэтому своевременная ревакцинация... Безальтернативная идти... Безальтернативная, бустерными дозами, это в любом случае позволяет... Это я прошу дело. прощения, прерву вас. А, смотрите, мы все безальтернативно вакцинировались спутником. Да. Ну, у нас просто не было ничего другого. Теперь, когда речь идет о ревакцинации, какую вакцину избрать? Оптимальная в условиях нашей страны и сегодня рекомендована это спутник лайт. Для ревакцинации. Спутник лайт Спутник лайт для ревакцинации. Ну, в любом случае, при консультации с лечащим врачом а можно будет определиться. Спутник лайт на мой взгляд, в достаточном количестве есть. есть на мой взгляд. Конечно же, мы сейчас вот находимся в условиях такого ажиотажного спроса на вакцинацию. Возможно, какие-то перерывы есть. Но в целом, в целом, могу сказать о том, что в бюджете мы закладываем очень серьезные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить всех бесплатными вакцинами, причем выбор из этих вакцин. Ведь еще проблема все-таки в том, что мы никогда не принимали решения, не имея очень серьезную базу исследований и базу mm -hmm. доказательной. Вот мы сегодня принимаем решения прямо с колес, всегда. И мы сегодня, но с другой стороны, мы можем сравнивать. Многие страны сегодня ушли от ограничений, когда они достигли коллективного иммунитета. Но если год назад для нас коллективный иммунитет там 85 процентов было самоцелью, сегодня мы про это не говорим. Этот вирус, по всей видимости, останется с нами навсегда. Он будет мутировать, он будет ослабевать, и вакцинация своевременная, совершенствование вакцин будет единственной возможностью перевести эту эпидемию, пандемию в контрольное состояние, то есть в условиях контроля, то есть как эндемичный грипп. И поэтому мы уже не говорим сегодня о создании необходимого коллективного иммунитета, как самоцели, которая уничтожит вирус. Вообще надо понимать, что вирусов более тысячи справились в мире за всю историю человечества с одним – с оспой. На самом деле, ну ее да. искоренили, насколько да. я понял. Я не думаю, что вот, исходя из этой истории, но это мое личное мнение: что мы справимся с этим вирусом, он будет находиться среди нас, но своевременная, грамотная вакцинация, своевременная ревакцинация, какие-то точечные ограничительные мероприятия в условиях, когда она возникает и выявляется будет нам позволять, в общем-то, ведь наша задача сегодня снизить количество тяжелых случаев и снизить количество смертности. Система здравоохранения сегодня почти полностью работает на вот эти мероприятия. Огромное количество людей с хроническими заболеваниями, людей нуждающихся во вмешательствах, коррекции, лечения сегодня остаются без квалифицированной помощи. Вот это и есть коллапс здравоохранения, который по большому счету не от здравоохранения зависит. Ну да. Поэтому ээ, вы скажете, кто виноват или чем мы можем помочь. И сегодня очень важно, очень важно, каждый раз об этом говорю, те, кто до сих пор еще не принял решение, может быть поздно. Надо быстрее принимать решения о вакцинации. Вот некоторые специалисты говорят, что в порядке бустерной дозы, Лучше применять какую-то назальную вакцину. Назальная вакцина. Смотрите, надо всегда слушать специалистов и в первую очередь своего лечия врача. Конечно. Это последняя инстанция. И на самом деле лечащий врач последняя инстанция. Я просто могу говорить о том, что я знаю и как происходит с моим окружением. Я знаю, что назальная вакцина проходит просто пока сейчас некую апробацию и исследование. И она пока еще не рекомендована ага. для широкого понятно, применения. Понятно. А сейчас мы прервемся на несколько минут для того, чтобы вы могли посмотреть рекламу. Ну, вы знаете, как быть вот с этими антипрививочниками, это просто какая-то беда большая. Их становится меньше. Реально становится меньше. Если мы говорили о том, что нерешительных примерно 50%, сегодня нерешительных, так называемых как раз вот именно нерешительные заполнили сегодня торговые центры и выстроились и в очередь да. на вакцинацию, антипрививочников реально становится меньше, и на мой взгляд, еще год но небольшой, но мне кажется, они просто выдадут себя полностью. Многие люди делают абсолютно осознанно на этом политику. И я считаю, что это чрезвычайно преступно. Но многие люди, может быть, действительно добросовестно ошибаются. Наша цель ⁇ им доказать, обосновать, увидеть. Хотя доказательство ⁇ это, извините, катастрофическое уменьшение мест на наших кладбищах. Сколько может это продолжаться? Сингапур, Соединенные Штаты Америки, многие развитые страны сегодня уже показали, что... 90% вакцинации позволяет просто смертность убрать. Это да, не да. проблема. Открыть систему для здравоохранения, для лечения хронических больных. Но вот мы сегодня пытаемся испытать на прочность нашу систему. Это преступно. Радзаки, у меня к вам есть такая просьба. Мы здесь обсуждали в этой студии с одним из известных специалистов, социологов, конфликтологов историю с антипрививочниками. И я, основываясь на опыте европейских стран США, предлагал провести социологические исследования среди антипрививочников, чтобы понять, на кого должен быть направлен весь массив пропаганды, в хорошем смысле этого слова, медицинской пропаганды, здравоохранительной, на мужчин или на женщин, на людей с образованием или на людей без образования на богатых или на бедных, на инженеров или на менеджеров по продажам и так далее, и так далее. И знаете, к сожалению, нас не услышали. Никто никаких вот этих вопросов не изучает. Я посмотрел по Европе, там все понятно, все четко. Они все расписали. Сколько образованных, сколько необразованных, сколько бизнес, в бизнесе этих людей, сколько госслужащих и так далее. У нас это абсолютно неизвестная Темное пятно. Не взяли как-то на уровне Государственной Думы. Или на уровне нашей чертом с ней. Ладно, извините, за плохое слово с Российской Федерацией. Нам свою республику. Вот у нас в Казани, значит, можно как-то это дело провести, с тем, чтобы наши власти понимали, с кем иметь дело. В 2018 году, когда еще даже не было разговоров о новой коронавирусной инфекции и так далее. Я также занимался финансами, бюджетированием. Мы тогда обратили внимание на то, что действительно... Мы, мы ставили вопрос о расширении национального календаря прививок тогда. Например, в Соединенных Штатах уже вакцинировали девочек этого вирус папиллома человека, да, и это было уже бесплатно для всех. В нашей стране такой прививки нет. Мы ставили вопрос о выделении прививок, но при этом всегда стояла проблема: французы и русские, ну, достаточно высокий уровень антипрививочников. И так мы, и есть. Да, мы анализировали, почему это происходит. И в 2018 году с моим коллегой мы внесли закон. Закон который решает несколько вопросов. Первое, он заставляет правительство ежегодно отчитываться о количестве осложнений, потому что действительно антипрививчики говорили, вы не знаете цифры, вы не видите, но цифры осложнений значительно большие. Мы хотели, чтобы правительство ежегодно вносило в, прав... в Государственную Думу и именно так делало публичным через Государственную Думу доклад о реальном количестве осложнений. Второе, если все-таки оно случилось, чтобы было действительно расследование и была достаточная страховка от осложнения, которое возникает. Вы понимаете, почему на чем была наша логика? Логика была в том, что мы бы узнали объективные цифры, потому ну, что то ли они большие, то ли маленькие, никто этого сегодня не знает. Да. Хотя все говорят, размещают фотографии, у меня сосед инвалид, это от вакцинации. Я как врач, я как министр, человек работающий, несколько раз пытался разобраться в этих обвинениях. Ни одно обвинение не подтвердилось. Ну, и да. поэтому я считаю, что эта цифра надуманная. Но и правительство делает ошибку, когда оно не хотело бы вносить такой доклад, а делать это. В общем, наш закон тогда не поддержали он до сих пор находится в Государственной Думе. Я считаю, что усилия государства должны быть направлены на то, чтобы предоставлять максимально объективную информацию по любому вопросу. Мы должны вот точно так же отвечать объективно на все вопросы. Ведь проблемой нашей страны сегодня стало еще то, что достаточно Большой процент анти, ну скажем, ковид-диссидентов был среди и медицинских работников. Да? Вот сегодня я прочитал, например, информацию о том, что 3,5 тысячи врачей в Канаде сегодня отстранены от работы как лица, отказавшиеся от прививок. Правильно? Вот. То есть это фактически те люди, ну, которые да, и сами да. не прививаются, и, в общем-то, другим не рекомендовали. Количество медицинских работников у нас, которые, в общем, тоже, может быть, не разделяют эти позиции, наверное, тоже немало. Но ну, есть Мое мнение, это образованные люди. И просто-напросто наша задача доставить до них всю информацию, которую они хотели бы услышать. И тогда, когда мы недостаточно предоставляем информации, мы действительно, наверное, вызываем какое-то недоверие. Это недоверие экстраполируется, в общем, в конкретные yeah. проценты по вакцинации вот в такой сложной ситуации, как сегодня. А это сегодня, к сожалению, становится угрозой для многих людей, которые, может быть, не разобрались, не получили своевременно консультацию о необходимости и оказались на койке. Ведь, посмотрите, в отделении реанимации сегодня на тяжелых, тяжелых, 1% людей только вакцинировал. Только 1%. Все остальные не вакцинированы. Извините, это, ну, Надо. Это же реальная угроза. Вполне доказательно. Конечно, конечно. Ну что ж, я думаю, надо просто вернуться к тому закону, который когда-то был не, не был... Я поддержан. думаю, что да, но сейчас уже, вы знаете, уже просто вот... Ну, уже мы в просто, несколько да, трансформированы... Мы его не виде. отозвали. Я хочу сказать о том, что я не отозвал этот закон, он находится, он пока есть отрицательное заключение правительства еще того с 2019 года. И я все-таки хотел бы настоять на том, чтобы мы получали больше и больше объективной информации. Даже, может быть, если... Она не всегда хорошая, или наоборот, хорошая. Просто недоверие это главный источник для принятия неправильного решения. И поэтому мы да. сегодня с этим столкнулись да. мы это видим и буду настаивать двигать этот закон, потому что я считаю, что его надо принимать. К сожалению. Ну, давайте так: мы когда-то справимся с новой коронавирусной инфекцией. Я абсолютно в этом уверен. Ну, имеется в виду, мы не будем иметь такую высокую смертность, такое количество тяжелых больных. Проблема вакцинации останется. Нам все равно надо вакцинироваться. Нам нужно расширять национальный календарь, потому что 12 позиций бесплатных сегодня в России и 22 позиции в Соединенных Штатах Америки. Есть большая разница. Нам есть куда да. двигаться. И если мы хотим сегодня выполнять национальные цели в виде ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет мы должны вакцинировать наших пожилых людей, пневмокок и так далее, и так далее, и так далее для того, чтобы скоро от рака будем вакцинироваться, для того, чтобы не заболеть раком. Это естественно. Вот, например, вирус папилломы человека сегодня э, при условии вакцинации девочек избавляет их от рака шейки матки, а у нас Десятки тысяч женщин погибают от этой да. болезни, инвалидизируются, мы вынуждены делать ампутацию матки. И сегодня также вирус по человека, говорят, помогает все-таки от рака простаты. Но это еще не доказанные данные. Поэтому я думаю, что перспектива снижения смертности от рака – это своевременная вакцинация новыми инновационными вакцинами. Да. Радзикич, спасибо вам большое за то, что не забываете нашу программу за то, что пришли, уделили время. Я думаю, что зрителям нашим очень полезно и интересно слушать разговоры с людьми, которые ну, не просто занимают скамейку в этом замечательном учреждении под названием Парламент Российской Федерации, но и профессионально соответствуют высоким требованиям, которые должны были бы предъявляться ко всем депутатам. Я всегда с большим удовольствием с вами разговариваю на любые экономические и политические темы. И надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся в этой студии. Но я тоже обращаюсь к моим избирателям, коллегам, которые находятся и являются аудиторией Григория Тинского. Всегда с огромным удовольствием соглашаюсь принимать участие, потому что это очень важные, необходимые вопросы. Пытаюсь объяснить свою позицию но ну, а сегодня конечно хочу всем пожелать в первую очередь здоровья здоровья потому что сегодня это очень важно я вижу как, с каким напряжением работают больницы я вижу как устали наши коллеги врачи мы им чрезвычайно безмерно благодарны но очень многое зависит от нас нам нужно быстрее принять решение о вакцинации ревакцинации. позвоните своему врачу посоветуйтесь сегодня, сегодня я призываю вас сделать это максимально быстро и ответственно Сегодня нас ничего другого не спасет, и нам всем придется переболеть. Спасибо всем большое. Спасибо, Айрат Закеевич. Ну, собственно, вот и все на сегодня. Огромное спасибо Айрату Закеевичу за то, что он уделил нам столько времени. Думаю, что всем нам было интересно. Удачи нам всем. И до следующей субботы.